Друзья, привет! Сегодня я хочу познакомить вас с замечательным продуктом. Сама тоже с ним познакомиться поближе, потому что только его сейчас получила. Это долгожданный Giving Greens. Это продукт, который наконец-то доступен у нас в странах СНГ. Почему он такой долгожданный? Потому что это просто кладезь пользы. Здесь в каждой порции вы получаете пользу от 1 килограмма различных фруктов, суперфруктов, овощей, зелени и пророщенных семян, плюс дополнительные ферменты, которые улучшают пищеварение. В нем нет вредных компонентов. То есть здесь нет жиров, здесь нет ГМО, здесь нет сои, здесь нет искусственных никаких ароматизаторов, красителей и... У него низкий гликемический индекс, то есть максимум пользы в таком небольшом пакетике. Ну что, давайте пробовать. Открываем этот пакетик легким движением руки. Пакетик превращается в колоссальную пользу. Он полезен для тех людей, которые за здоровый образ жизни. Вот, если вы следите за своим питанием, либо хотите начать здорово питаться, да, то этот продукт для вас. Он у нас входит в систему по коррекции веса. Поэтому, если вы хотите сбросить несколько килограмм, либо поддерживать тот вес, который у вас есть сейчас, и не набирать, то как раз этот продукт вам может заменить одно из принятий пищи, например, либо дополнить, улучшить ваше пищеварение. И, кстати, его компоненты способствуют улучшению работы сердечно-сосудистой системы. А, соответственно, это улучшение работы практически всех наших органов, потому что кровь лучше циркулирует, ну и так далее. Вот, то есть коррекция веса, улучшение пищеварения, улучшение работы всех наших органов, максимальное питание, энергия. Ну, в общем, что тут говорить, давайте пробовать. Значит, по инструкции у нас 2 мерные ложечки на 240-250 мл воды. Берем мерную ложечку, она у нас спрятана прямо здесь в упаковочке. Интересно, какой он на вкус. Постараюсь вам передать. Запах такой, я бы сказала, нейтральный. Вот такая мерная ложечка. Это, считайте, уже 0,5 килограмма фруктов, овощей и всего полезного. Я добавляю себе в шейкер и еще одну ложечку. Очень такой цвет зеленоватый. Ну, Giving Greens, зелень, весна. Открываем. Запах такой, не скажу, что сладенький, натуральный запах. О. И пробуем на вкус. Как вы думаете, какой у него вкус? Мне кажется, не сладкий. А он сладкий. Он сладковатый, и поэтому я слышала, что его очень хорошо пьют дети. В общем, друзья, тест пройден. Рекомендую каждому попробовать, кто следит за своей фигурой, кто следит за своим здоровьем, кто хочет насытить организм. Кстати, данный продукт еще отлично укрепляет иммунитет. Соответственно, мы укрепляем иммунитет. Мы защищены от атаки различных вирусов, поэтому укрепляем иммунитет, укрепляем организм. Вот в этой порции целый килограмм полезностей. Кстати, по статистике, всего 22% жителей США употребляют ежедневно овощи и фрукты. И то в них, в эти 22% входят те, которые едят картошку фри. Они туда тоже вписались. Как часто вы едите овощи ежедневно? И насколько они термически обработаны, и насколько они действительно полезны. Здесь идет максимум пользы, все, что нужно для вашего организма. Поэтому я беру себе этот продукт на употребление ежедневное. А если вам также данный продукт интересен, обращайтесь. Я вам расскажу, как его еще и выгодно приобретать. Пока-пока!